Так, ну что, самый добрый вечер, 6 часов 6 минут. У нас воскресенье. Да, воскресенье. Будут менять уже на зимнее время час назад. Итак, я нахожусь на Blue Springs, на парковке. Ой, так наплавалась хорошо, нанырялась. Боже мой, как здорово. Здесь собираются манати. Поехали, я покажу парк. Этот стейт-парк у меня бесплатная. Бесплатный въезд стоит $6 с одной машины. Но там, если с человека, то еще дополнительно что-то. Но мне бесплатно, потому что... Хай. Потому что у меня... Я покупаю годовой пас. Шикарный просто источник. Один из самых шикарных источников здесь во Флориде. Хотя каждый источник здесь просто потрясающий, невероятный. Вот это вот музей местный. Это первое здание, которое здесь было построено на территории этого парка. Он принадлежал какой-то семье, а потом семья посчитала нужным отдать его для города. И вот кругом стоят столики, опять же. Кругом столы стоят. Вот еще один туалет. И вот там вот выход есть на эти боты. Как бы мне туда прийти? No parking. Пробежаться туда. И вот там стоят эти вот с крышами такие кабинки. Там тоже можно исправить день рождения, погулять все что угодно. Сейчас я здесь припаркуюсь и пойдем сходим туда. Там такая красотень, просто необыкновенная. Все, пошли. Опять она мне говорит, что там? Ключи не найдены. Turn off vehicle. Я же его тернула off. И как я уже говорила, тут везде есть туалет. И вот даже есть здесь находится вот эта штучка. Почему в мужском туалете этот кардиостимулятор этот? В случае чего собачка, если покакала, чтобы вы за ней убрали, пакетик лежит. Детская площадка. Детские площадки обязательно, как без этого, за всем за этим парком. Для меня самое лучшее место для каякинга это только Вики Вочи. Там прозрачная вода, а тут вот ты плывешь и не видно ничего, кто там где там. И тут частенько я вижу маленьких аллигаторов. Вот тут, вот на нем. Вы садитесь и вас катают. Понятно, показывают лежбище этих аллигаторов. Вот они. Человек 20, наверное. 20, 30, может даже 40 человек сюда поместится. Вот это вот Blue Springs. Вот я только что плавала вот там. Ну, где-то полкилометра, наверное, отсюда. Может, метров 800. И вот эта река, как я говорила, она наводнена этими аллигаторами. Их тут миллионы. И, конечно, естественно, кто-то туда может проплыть, потому что, ну, тут только буйки. И вот даже отсюда, если постоять, можно увидеть аллигатора. Такой красивый закат. Через 40 минут закрывается парк. Боже, как красиво. Ну, лавочки, просто посидеть, покайфовать, посмотреть на закат солнца, и уже жизнь удалась. Ой, как хорошо, Господи, как же ж хорошо, Господи. Спугнул птиц. Такая тишина, такой покой. Вот куда она течет? Туда течет, да. Судя по всему, она туда течет. Источник заходит отсюда. Какая-то рыба как выскочила громадная и схватила кого-то. То ли муху поймала, то ли я не знаю кого. Такой прямо хлопок был.
Вот Spanish moss. Вот эта штучка. Испанский мох. Вон какие джунгли. Тут парковка. И все, там уже нога человека не ступала. Что, поехали дальше? Мне полотенце сушится. Ой, как хорошо, господи. Как я хочу здесь, в этом парке переспать. Сейчас я позвоню. Мне дали вот эту бумажечку на въезде. Вот она. Мне нужно позвонить. И вот, если мне дадут место, какой-то паркинг, вот здесь, я думаю, за $12 есть смысл. Хотя мне домой ехать всего полчаса, но я так хочу переспать в этом лесу, в этих джунглях. Сейчас позвоню, посмотрим. Ну, нет, так что делать. Или домой поеду, или поеду куда-то дальше, где-то. Даже еще не знаю, где я буду спать, потому что тут интернет очень плохо работает. Сейчас я выйду туда уже, в город, и там посмотрю, может, поеду на какой-то трак-стоп, или, может, найду какой-то кемпинг. Поехали. Нажимаем на тормоз. Нажимаем на газ. И сейчас пристегнусь. Сейчас пристегнусь. Вот такая кабинка одна стоит. Сейчас пристегиваюсь. Кабинка стоит $95 в день. Плюс налог. Ну, будем говорить, $100. $100 с вас возьмем. Она, получается, тут два бедрума. Можно поставить две машины. Короче, я считаю, что вот какой-то компании приехать сюда на пару дней, и сдается эта кабинка не меньше, чем на 2 дня. Вот такой вот домик вы снимаете за $100 в день. Великолепно просто. Два бедрума, патио, столик вон стоит, жаровня стоит вон для костра. Можно разводить. Никого нет. Абсолютно никого нет. Да, там уже люди внутри. Кстати, кто-то флоридский. Вот так вот это выглядит. Машинка стоит и прицепчик. Вот машинка стоит и палаточка. Ну, тоже кем. Я не показала, что вам тоже вот прицеп. Тут уже палатки. Но нет, звонить. Все занято. Трамп на. А в туалет заходите, там же душевые, несколько кабинок. Очень чистенько все, очень аккуратненько. И вот там, видите, стоят машинки, стиральная машинка. Вон стиральная машинка стоит и сушильная машинка стоит. Бросаете по 25 центов, там несколько штучек, и вам все стирается, и все вам, как сказать... Детеночка маленькая, там у них костерчик горит такой. Здесь сушится белье, видимо, они кайфово. Как кайфово. Людям-инвалидам бесплатно есть абсолютно. Живи не хочу. Прицепчик. Тут вон двухэтажный домик, вон сверху подняли крышу. Я сейчас покажу туалет и покажу душ. Вот этот душ. Хост. Сейчас еще к этому хосту подойду. Медведи, будьте осторожны, медведи. Вы в мире медведи. Вот они, змеи. Вот она, rattlesnake. Тоже rattlesnake, это гремучая змея. Мокасин тоже. И вот coral snake, они все очень ядовиты. Хост, вон он. Вот тут вот ребеночка переодеть. Это душ. Это тоже душ. Все чистенько, все очень аккуратненько. И туалетики. И туалет для инвалида хорошо обязательно. Так что вот так вот. И тут же стиральные машинки и сушильные машинки. Там небо желтое, такие тучи красивые.
оказывается, фары сами включаются. Я их поставила на авто, они сами зажигаются. И так удивительно, что они включают фары, дальний свет, в том случае, если впереди нет машин. То есть автоматически переключается. Ой, какое небо красивое. Так, на Айфу. А что ты меня туда не тянешь, на Айфу? Зылдочка, а что ты меня туда не зовешь? Или что-то с тобой случилось? $1.98 галлон бензина стоит. Я видела 2.23, 2.25. Но тут вот... Ой, как красиво. Ой, как красиво. Божечки мои. West Ramp. I-4. Turn right onto the I-4 West Ramp. In a quarter mile, merge onto I-4 West. Okay. Ramp to be closed. В смысле, сейчас-то не надо закрывать, давай я проеду. Предупреждают, что этот рамп скоро закроют. Ну, может быть, там для того, чтобы что-то тут ремонтировать, я не знаю. Не сегодня, понятное дело. Опаньки, у меня светится теперь дальний свет. Вот он, светится дальний свет, несмотря на то, что... Выключился. Сам себе включается, выключается. Вот так вот. Мне это нравится. Ну что, взлетаем. Сколько мне тут ехать? Continue on I-4 West for 1.5 miles. Oh, 1.5 miles. Окей, значит, становимся только на это. Через 1.5 мили я сверну уже на 417. И буду дома. Дорогу я уже знаю, Зелда, ты уже можешь выключаться. Спасибо, дорогая. International Airport. Все, тут я уже знаю. А там до дома рукой подать, совсем ничего. Use the right two lanes to take exit 101B toward Florida 417. Да, я уже знаю, да, спасибо. Спасибо, Зелда. Use the right two lanes to take exit 101B. Опять покрываю дорогу. Но дорога замечательная. Continue for 1 mile. Опять работы ведутся. Вот эти вот блестящие такие стоят большие такие фишки оранжевые. Вот они. Это для того, чтобы огораживать. Continue on I-4 West for 3 miles. 3 miles? Почему это 3 miles? Sorry. Да твою ж мать, не туда свернула. Чуть-чуть объеду.
In 2 miles, use the right 2 lanes to take exit 98 toward Lake Mary Heathrow. Окей, спасибо, Зайчик. Тут опять вот только что покрыли дорогу новым покрытием. Постоянно покрывают, перекрывают дорогу. In half a mile, use the right 2 lanes to take exit 98 for Lake Mary, Heathrow. Use the right 2 lanes to take exit 98. In a quarter mile, use the middle lane to turn left onto West Lake Mary Boulevard, signs for Seminois State College. Okay. Куда я приехала? Чего я приехала? Дорога как светится. И кругом стоит полиция. Что такое с вами, ребята? Вы меня встречаете? Включился у меня опять дальний свет. Use the middle lane to turn left onto West Lake Mary Boulevard, signs for Seminois State College. Okay. Интересно, куда она меня сейчас приведет? Красотка моя. Давай, 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 давай. In 1,000 feet, use the right lane to take the I-4 ramp to Daytona Beach. Ага, она меня снова выводит на Daytona Beach. Все, я поняла. Мы сейчас кружок сделаем. Молодец, Зелдочка. Я, в принципе, была... Use the right lane to take the I-4 ramp. Right. 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 Continue on I-4 for 3 miles. Че, я опять не туда проехала? Твою бога мать. Head east on West Lake Mary Boulevard toward Flag Lane. In 1,000 feet, make a U-turn at Lake Emily. Я купила 3... Пака воды, пак, Starbucks кофе. Сижу уже, сижу. По дороге домой. Сижу, жую. Сижу, жую булку вторую уже. Что-то она пустая. Тут агава и творожок. Хм, странное дело. Купила перчик, помидорки, огурцы. Вон такие вкусненькие, прям так пахнут нашими огурчиками, как будто только с грядки. 3 пака воды и пак кофе. Все, поехали. Поехали домой. До дому, до хаты. Короче, 8 вечера, а я доедаю 2-й пирожок. Вообще обалдеть можно. Да, мне можно, я только скинула веса. Можно немножечко набрать. Обожаю вот этот. Только здесь люблю. Только Сэмс Клабовский люблю. Вот это агава. Ну, с агавой не было. Было с агавой и сыром. Просто с агавой гораздо вкуснее. Ну, с сырочком тоже. Очень даже ничего. Но больше сыр чувствуется, чем агава. Такой, как сладкий творожок. Стойте все, стойте все. Красный свет, все дают проехать. Дебил, блин.
Как его еще назвать? Только дебил. Все остановились, все пропустили. Все стоят. Я тихонечко пробираюсь. И он меня видит. И начинает сигналить. Ну, а как его назвать? Дебил. Давай. Рука за третьим лезет. Взять третий? Ах, в этой жизни. Обожрусь. И помру молодым. Да. Беру третий. Или не надо. Остановись уже. Ну, остановись же уже. Ну. Я пока дошла до кассы, чтобы рассчитаться. У меня первый порыв был сразу открыть коробку и сразу начать есть этот пирожок. Но я же не могу, я же еще не заплатила. Я дошла до кассы, пока проплатила, пока вышла. Как... Я вышла и сразу схватила, шла по дороге и ела. Тащила за собой телегу и ела. Пища богов. Но я очень редко ем такие штуки, поэтому сейчас 7-3. Я в такое время вообще никогда не ем. А тут увидела, у меня глаза аж заплясали, запели от счастья. Ну, и рот, соответственно, тоже. Как вкусно. Слоеное тесто. Агава. И такой сладкий творожок. В библиотеке тоже это. Голосовательный пункт. Боже, что, четвертый, что ли, пирожок есть? Он только что закончил третий пирог. Ну, это нормально? Понятное дело, четвертый нет, но я бы реально всунула бы еще один. Я просто понимаю, что это, ну, это чересчур. Спальный район.